Слава Украине! Привет всем от Полонского! Небольшой, хотя чего же небольшой, конкретный апдейт по бавовне в Севастополе, которая вчера произошла. И я вам рассказывал, что был уничтожен э, тральщик Ковровец. Нет, это замечательная новость, что уничтожен такой корабль и все такое, но э, дело в том, что вот российские военкоры и пропагандисты начали утверждать нечто другое. И кое-какие данные со спутников тоже приблизительно, ну, говорят приблизительно то же самое, что и говорят российские военкоры. Так вот, они утверждают, что корабль действительно был уничтожен двумя ракетами Атакамс, и действительно в Севастопольской бухте, одно только небольшое но, это был не ковровец. Был схожий по габаритам, но абсолютно новый, э малый ракетный корабль. Э и вот это самое интересное, да? То есть, э, типа циклон, да, и вот это вот самый такой, знаете, момент хороший. Потому что при всем уважении к тральщику, тральщик тоже военная единица. И, конечно, стоит каких-то денег и больших денег. Но это корабль, уже устаревший 1974 года, э, видавший виды и так далее. А вот эти самые циклоны. Циклоны это проект 22. 800. Это новейшие корабли. Разработка закончена в 2017 году. Прием на вооружение в 2018 году. То есть их всего 4 штуки. И, собственно говоря, они все новые. Да, Самое старое производство 2018 года. И вот говорят, что как раз закобзонили один из них. Это утверждают расисты. Ну, верить им или не верить, это уже наши, как говорится, вопросы. И да, снимки со спутника показывают именно габариты вот такого корабля, малого корабля. Вот это интересно, да, правда снимки там нечеткие, поэтому в принципе говорят, что там можно ужать габариты и до Ковровца, но еще раз говорю, расисты с большой горечью рассказывают о том, что корабль утоплен и это нейтральщик. Вот. А некоторые напрямую называют, что корабль класса Циклон да. Так вот, Циклон это действительно очень опасный враг Этот корабль является носителем калибров А также, по некоторым сведениям, на него могут быть установлены гиперзвуковые ракеты ОНИКС Которыми обстреливают Украину Соответственно, конечно, его опасность для нас гораздо выше, чем от тральщика рядового и, конечно, его уничтожение, это, это ребята, вообще красота. Это что-то с чем-то. Наши пока молчат сразу, скажу, от генштаба подтверждения тому, что это был один из циклонов, нет. Но в любом случае, вы знаете, нет дыма без огня и вполне возможно, что таки да, что это был, совсем, что это был корабль но совсем не тральчик, как говорят рашисты. Так что немножечко наберемся терпения, подождем, возможно, что мы шлепнули гораздо более жирную добычу.